Всем привет, вы на канале Twinkie Time. Мы начинаем новое прохождение, в принципе, довольно старой, ну, относительно старой игры. The Coma. Ого, ага. Меня зовут Ян Хо, я учусь в первом классе старшей школы Сяхва. Сегодня последний день итоговых экзаменов. Для многих из нас это... настоящий судный день. Сегодня мне нужно хорошенько сдать все тесты. От этого зависят мои оценки, а также надежда на спокойные летние каникулы. Учитывая это, я решил посвятить всю ночь накануне зубрежке. К сожалению, во время подготовки я случайно заснул. Не помню, когда именно и как отключился. Ночью мне приснился жуткий сон. Детали расплываются, но у меня явно было стойкое ощущение неподдельного ужаса. Надеюсь, мне не придется испытать это чувство еще раз, когда я увижу свои оценки по экзаменам. Как бы то ни было, сейчас это волнует меня меньше всего. Реальная же проблема такова, я проспал. Опаздываю. Какого черта я не услышал будильник? Жиза, просто жиза. Поверить не могу, что я опоздал. А? Лучше мне не задерживаться. Надо бы успеть в класс, пока экзамены не начались. Так, AD, Shift, Q. Что это такое? Энергия. Что-то типа... Что-то. Уже так поздно, почему не услышал будильник, надо спешить. Говорит, спешить надо. Ого. Кто это? Вот, блин, по-моему, она смотрит на меня. Ладно, держи себя в руках, Янхо. Окей, разговор. Но у нас же вроде спешка, нет? Есоль. Окей, давай скринем на превьюшечку. Клевый бейджик, ты Есоль? Красивое имя. У тебя странная форма. Ты что, из другой школы? Ты опоздал. Чего? Ты опоздал. Беги скорее, а не ты заработаешь неприятности. Да ладно, времени еще полно. Кстати, меня Янхо зовут. Янхо? Понятно. Да, молодчина, Янхо. Клевый бейджик. Чем я вообще думал? А эта малышка такая неприступная. Че? Ты че, дурак или кто? Иди. Что за... Такая... Сихо, что случилось? Откуда скорая? Что это за парень? Это Сихо, мой одноклассник. Он в тройке лучших учеников класса. Увы, над нами вечно подтрунивают из-за наших задротских хобби. О, чувачила, ты хун из 1В этой ночью пытался совершить в школе... выпил. Сама выпил. Что? Ну и дела, просто жесть. Ну так что, а экзамены уже начались? Да ладно, как ты можешь думать об экзаменах в такое-то время? Все учителя в шоке. Директор недавно собрала их в учительской, так что... Еще нет. Мингель вечно издевался над Тэхуном. Думаешь, он как-то с этим связан? У этого придурка совсем тормозов нет. Вполне возможно. Только представь, как бы нам стало легче, если бы полиция упекла Мингеля за решетку. Эй, кажется, охранник хочет что-то объявить. Так, школьный охранник, окей. Внимание всем, экзамены скоро начнутся. Поскорее возвращайтесь в свои классы. Ого, они все-таки решили провести экзамены сразу после того, как кто-то попытался покончить с собой? Как-то это дико. Пошли, чувачела, знаешь, что нам не отвертеться от экзаменов даже через чей-то мертвый труп. Извиняюсь, наверное, рано так говорить. Думаю, пойду-ка лучше в класс и приготовлюсь к экзаменам. Что происходит? Я, чтобы вы понимали, учиться в этой школе. Поверить не могу, что он и впрямь пытался покончить с собой. Можете такое представить? Так ведь он с первого класса, школа Сихва, непростое место для свежего мясца. Это не смешно. Надеюсь, с ним все будет в порядке. Санитарка. У нас мало времени, поехали. Так, скорая уехала, окей. Я хотела сказать, что, чтобы вы понимали, я в этой игре, про эту игру ничего не знаю. Я просто знаю о ее существовании, так что... Да. Все, что тут происходит, я вижу впервые. Так что, да. Так что, да. Наверное, его доконал стресс. Хотел... Хорошо все сделать. Последний день экзаменов, это неудивительно. Его лицо видел, меня сейчас тошнит. Я не видела, покажите. Что это? На земле перед воротами лежит медальон. Кажется, это Миссон обронила. Я точно его помню. Вот она удивится, когда узнает, что я его нашел. Надо бы положить рюкзак, чтобы не потерять. Вот черт, в нем полный бардак. Окей. Окей. Так, подожди. Почему у тебя рюкзак в Б? Медальон Миссон. Выглядит очень старым. Повышает репутацию Миссон. Какую репутацию? Зачем ты повышаешь репутацию? Внутреннее отделение.
Тап поиск. Ладно. Ладно, пошли. Ничего пока не ясно, но интересно. Так, в коридорах полным-полно людей, которые обсуждают произошедшее. Мой класс 1Е находится на втором этаже, надо поспешить. Окей. Корейская литература — мой любимый предмет, хотя я и завалила его в прошлом семестре, но все равно мне нравится. Особенно теперь, когда покончили с этими классическими поэмами. Мангиль, эй. Вот дерьмо, это Мангиль. Ты что, оглох, янхозник? Тащи сюда свою задницу. Мангиль, привет. А я просто пойду наверх, типа, ну, you know. Нет, не пойду. Не пойду. Ну что, как дела? Готов к экзаменам? Мангиль учится в 1В. Он также носит звание главного хулигана всех вы. Теперь его... Терпеть его не могу. Что, решил испытать мое терпение? Что? Нет, совсем нет. Я просто... Захлопни варежку и слушай. Будет очень некрасиво, если кому-то взбредет в голову, что моя любовь к Тэхуну имеет какое-то отношение к сегодняшнему инциденту. Так что держи язык за зубами. Да я ни о чем таком и не думал, Мангиль. Не выводи меня, инхозник. Не притворяйся, будто ты забыл, как однажды скрисятничал и сдал меня своей училке. Мне тогда целый месяц общественных работ дали. Месяц. Я из-за тебя тогда учебу пропустил. Если я завалю экзамены, потому что пахал весь месяц из-за небольшого конфуза... Понял, к чему я веду? Чувак, да ничего я не скажу, клянусь. И еще. Что? Держись подальше от моей девушки. Даже не подходи к ее классу, если такая приличная особа начнет общаться с придурками вроде тебя, это может плохо кончиться. Она из высшего общества. И со мной. Слушайте, что происходит? Я что, в школу попала? Я же в пятом классе. Ну, в принципе, в школу попала, это верно, но... Блядь, что? Нет, я... Ладно, окей. Все по стандартам, наверное, каких-нибудь старых дарам. Плюс-минус. Так, он говорит о моей подруге Мини из 1С. Мы соседи, поэтому знаем друг друга с начальной школы. Это она отличная девушка, но, к сожалению, этот псих на нее запал. Все понял. Теперь валяй отсюда. Ты меня бесишь. Окей. Удачи на тестировании. Ей-богу. Что тут происходит? Где твой класс? Это второй этаж. Какой чудесный день. Солнышко светит, на небе не облачко, на улице как хорошо и красиво, я будто в зене. А ты хоть в курсе, что сейчас идет такой кошмар, как неделя экзаменов, а? Чувак, не трави мне душу. Какой там у тебя класс, ты говоришь, подожди. Это не мой класс, нужно добраться до своей парты и приготовиться к экзамену. Какой у тебя класс, подожди. Почему корейская литература настолько тяжелая? Иногда я даже задумываюсь, а с того ли я полуострова? Стоп. Сегодня экзамен по алгебре. Я думал, сегодня будет тест по корейской истории. Мне хана. Как можно сдавать экзамены в такое время? Кто-то пытался покончить с собой. В этой школе все с ума посходили. Что? Я вовсе не говорю это, потому что не подготовилась. Так, это тоже не его класс. По-моему, 1Е его класс, нет? Йон-Хо, отойди, пожалуйста, мы осматриваем это место. О чем вы говорите? Дайте пройти, я опаздываю. Опаздываешь? Оглянись вокруг, приятель, этот инцидент всю школу на уши поставил. Лучше не скажешь, партнер. Мы уверены, что эта дверь как-то связана с произошедшим. И нам не нужно, чтобы ты оставлял тут следы. Зайди через заднюю дверь. Ладно. Что? Что вы несете? Что вы несете? Мисс Сон. Эй, Йон-Хо. Jesus. Ну, ты что-то хочешь сказать, так говори. Доброе утро, мисс Сон. Это мисс Сон, моя классная преподавательница. Все мальчишки всех считают, что она похожа на какую-нибудь корейскую поп-звезду, и они правы. Должен признать, пожалуй, я ее самый большой фанат. Она всегда заботилась обо мне и помогала. И как? Что-то ты неважно выглядишь. Разве? Но учитывая все произошедшее, со мной все в порядке. Разве что немного взволнован этим происшествием. Ясно. Какой кошмар. Я слышала, что Тэхун так разнервничался из-за экзаменов, что просто не выдержал. Так жаль, что он дошел до такого. Оценки ведь еще не все решают, знаешь ли. Давай не будем ничего рассказывать. Ну, типа, а зачем? Шо, ну расскажем. Ну и что? Что? Мы поможем как-то этому чуваку? Я хз, он живой там?
Я хз. Конечно, в идеале надо рассказать, но не в идеале, мне кажется, это приведет не к лучшим последствиям. Обычно я хожу по пути пацифистки и типа выбираю всем помочь, все такое, но последнее время что-то меня прям перекрыло, и я больше думаю о выгоде своих ГГ, чем о том, как помочь остальным. Ну, не знаю почему, правда, не знаю. Обычно все было ровно наоборот. Быть прилежным учеником тяжелая ноша, приходится столько терпеть. Выше нос, мой дорогой. Главное вытерпеть это трудное время, потом будешь пожинать плоды. Я обещаю, что стресс скоро пройдет. Кстати, Йонхо, нам надо поговорить. Тебе немного упали оценки, особенно по основным предметам. Я не понимаю, почему они так резко ухудшились. Можешь зайти после школы? Да, смогу. А зачем? Да не пугайся ты так, Йонхо. Просто подойди ко мне после уроков, мы разберемся, что происходит с твоими оценками. Я уверена, что мы сможем вернуть тебя на путь истины к следующему семестру, да? Ого, я не ослышался. Она хочет встретиться после школы со мной? Прям как свидание, правда. Фиговенько это, как придется оправдываться. И все же, там будем только мы с мисс Сон. Тет-а-тет. Везуха. Чел, ты в порядке? Она твоя учительница. Ты о чем? Она сказала, что хочешь поговорить про оценки. Ты че, привет? Привет, постражися, блядь. Конечно, окей. Увидимся после уроков. Ой, глянь на часы. Поговорим после экзаменов. Пойдем ко внутрь, все уже ждут. Точно, после вас. Ну давай, экзамены уже. А черт, забыла отдать ей медальон. Впрочем, сейчас у нее и так полно дел. Отдам ей его на нашем свидании. Каком свидании? Черт, возьми себя в руки. Все вызубрила. Я чуть все свои учебники не сгрызла, пока к экзаменам готовилась. Но все равно ничего не помню. Чувак, я так нервничаю. Родители сказали, что если я не сдам экзамены, домой могу не возвращаться. Понимаю, у меня такое было, да. Не бывает неудачников, есть только отстающие. Каждый учится так, как привык. Не сдавайтесь и держитесь своего класса. Не забывайте девиз «Действуй, ваш учитель». Никому не хочется оказаться в F, а в 1F. Правда, я не уверен, кого это касается больше, учеников или учителей. Не мой класс, да и насрать. Слышал, ты хун из 1B прошлой ночью пытался себя в школе убить. Правда, зачем он это сделал? Сам не понимаю. Может, Менгиль окончательно довел его до ручки или просто экзамен завалил? А, боже, как-то он слишком уж всерьез это воспринял. Ну, я полагаю, что да, что пошлите, наверное. Мне не хочется в туалет. Все, пошли в класс, значит. Где твой класс? Вот. Нет, не вот, вот. В смысле, вот этот? Вот этот. Давай, все, готовься. Куда мне сесть? И сейчас, Йонхо, пытайся сосредоточиться. Что, колдуешь? Я особо сильно не готовился, но суть, думаю, уловил. Все заработанные очки опыта я потратил на прокачку удачи. Надеюсь, ты не забыл сохраниться, бро. В моих жилах течет кровь древнекорейских школьников. Сдать этот экзамен — моя судьба. Вчера я принял травяную ванну, расслабился, помедитировал. С чистыми мыслями я устроился поудобнее, раскрыл учебники. Но было так хорошо, что я заснул и ничего не выучил. Что же, как я понимаю, подготовительный ритуал... Школа Сихва все еще действует. Удачи. Давай. Сдавай экзамен. Так, мисс Сон. Ну ладно, ребята, рассаживайтесь по местам. Давайте начнем первый экзамен. Все готовы? Желаю удачи. О нет, началось. Я как назло не могу ничего вспомнить. Нехорошо, ой, как нехорошо. Глядя на бланк вопросов, мне кажется, будто мы учили что-то совершенно другое. Я ничего из этого не помню. Что-то у меня тяжелеют веки. Зря я всю ночь зубрил. Думаешь? Я с трудом могу держать глаза открытыми. Так, надо ответить на вопрос. Вопрос. Надо сосредоточиться на вопросах. А? Вот черт. Западное крыло. Шо-шо-шо-шо? Шо происходит? Что за... Сколько я проспал? Где все, которые сейчас час? Уже стемнело. Почему меня никто не разбудил? Нельзя же вот так взять и оставить человека проспать все экзамены. Я просто поверить не могу. Это же вершина всех косяков. Черт, я же еще и не встречусь с мисс Сон. На встречу с мисс Сон опоздал. Да что со мной не так? Ничегошеньки не вижу. А, да, чуть не забыл. У меня же в парте лежит фонарик. Очень кстати. На парте лежит странная списка. Это мне? Чего? Да пофиг, сейчас... Что это такое? Да пофиг, сейчас узнаю. Где записка? Моя парта. Да что в конце концов тут происходит?
Так записку-то ты посмотри. Опа, старое фото девушки. Это фото таинственным образом оказалось у меня в рюкзаке. Кто эта девушка? Она очень даже ничего примечания. Зачем это примечание нам нужно? Я хз, но оно как бы есть. Ок. Типа, ну что происходит, блин? Не включайте этот кондиционер, если не хотите заработать приступ астмы. Внутри очень много пыли, которую надо вычистить. Кто хочет стать героем класса? Миссон. Миссон давно оставила эту записку, но никто так и не захотел марать свои руки. Ради любви я готов на все, кроме этого. А, тебя не смущает вот этот вот знак на... Типа, на стене? Ну, ладно, пофигу. На передней доске написаны имена моих одноклассников, кроме моего. Сейв? Сейв? Окей. Сейв так сейв. Здесь слишком тихо. Ау, есть тут кто-нибудь? Эй. Миссон? Это вы? Миссон? Так ты хочешь, чтобы я была ей? Простите, я не пришел на встречу. Я такой болван. Все нормально? Какая-то бледная. Да, дорогуша, все в порядке. Почему бы тебе не подойти поближе? Вау, вот оно, поверить не могу. Вот повезло, не перегибать палку все же не... но перегибать палку все же не стоит. Может, стоит перенести встречу на завтра? Я вас тут едва вижу. Да иди ко мне. Что? Ага, иди сюда. Что с этой дверью? Она не открывается. Он сам бежит. Ты что, мне сейчас снесла 2 хп? Спасибо большое. Господи, дорога завалена, надо бежать в уборную. Рыбать. В смысле нанесла? О, господи, у Миссон совсем шарики за ролики заехали. Что делать? Окей. Прячься? Или куда? Спрятался? Она ушла? Я бы на твоем месте не вылазила еще. Так темно и жутко, такое ощущение, будто школа просто погрузилась во мрак. Это что еще за черт? Что? Найдена записка. Вот дерьмо, кажется, тут нож был весь в крови. Он выглядел безумно, как некий злой сугуб. Она. Вот блин. Йонхо, кончай думать о всяких непристойностях. Быть такого не может, я наверняка сплю. Вполне очевидно, что стресс из-за экзаменов привел к таким кошмарам. А, окей. Щечина не помогла. Полиция. Едет. Ладно, успокойся. О нет, что? Я забыл телефон дома, серьезно? Чел, ты в порядке? Что происходит, блин, тут вообще? Мой класс. Где мы? А вот мой в туалетах. Выход на первом этаже. Или, и да, на первом этаже с двух сторон выход. Конечно, все раз прекрасно, прям, да, максимально, но... Что здесь происходит, вот что? Наверное, нужно добраться до главного здания. Я могу попасть туда через кафетерий на третьем этаже. В смысле, до главного здания? А, главное здание, поняла. Я поняла. Я не знаю, это все очень-очень интересно и странно. Я могу как-то... О!
Запутанная любовь. Как и другим парням психве, мне нравилась Мина. Она всегда ко мне хорошо относилась. Знаю, что я не очень красивая, умная или веселая. Зачем ей интересоваться толстым ботаником, когда она может выбрать любого другого парня? Мне известно, что этот козел Менгиль вечно к ней клеится, и я не могу этого терпеть. Впрочем, я его не боюсь. Теперь, когда я обрел новую силу, я могу покончить с его приставаниями. Возможно, тогда она меня заметит. Автор Гиль Сихо. Сихо. Окей, за ночь в школе. Странный случай. Однажды я задержался в школе, чтобы сделать кое-какую домашку на завтра. Я так устал, что вскоре провалился в глубокий сон, но когда проснулся, понял, что что-то не так. Автор ГС. Не, это действительно очень странная фигня. Очень странная фигня. Да, в принципе, ладно, неважно. Я хочу зайти в свой класс обратно, потому что я хотела там кое-что проверить, прочекать. Ну, чел максимально странный, типа... Я не знаю, максимально странный. Ничего полезного. Я нашел предмет, бутылка воды. Он странный, потому что, я понимаю, школьник там все дела бушует, да, но... Ладно. Нашел предмет монетка. Молодец. Нашел. Так, ладно. Подожди, нам надо... Куда ты говоришь? Дай мне карту. Нам надо в главное здание. Пошли, короче, вот сюда и пойдем наверх. Хотя, может, нам надо полазить по этому месту и посмотреть, чем мы можем тут надыбать. А давайте полазим. Я знаю, что тут где-то бегает непонятная учительница, которая что-то странно себя ведет немножко. Но, в принципе, разве это важно? Я могу сохраняться в каждом классе, поэтому, в принципе, все нормально, да? Мы просто быстренько пройдем, возьмем все, что можно взять. Дайте на записку. А все, что нельзя взять, мы не возьмем. Школа и хаос. Хаос. Школа, по которой она меня ввела, выглядит странно. Это была не та сихва, которую я знал. Вокруг было темно и жутко, в воздухе витала тяжелая атмосфера. Хотя я понимал, что пока мы вместе, ничего не случится, это сбивало с толку, но я ей доверял. Непонятно пока, что тут происходит. Бутылка воды еще одна. Шоколадный батончик. Я подозреваю, что это что-то около Хилки, нет? Слушай, а давай посмотрим. Сладкая шоколадка, дающая силы для движения. Да, это Хилочка. Вот это скорость, вода. Бутылка воды — хороший способ утолить жажду, освежить голову. Прибавляет здоровье. Давай используем. Да. А еще, подожди, у тебя есть что-то? Окей, я поняла. А, короче, чтобы затихнуть, нам надо... Перегибание, я больше не могу сдерживать дыхание. Окей. Ни один из выключателей не работает. Будто школа пытается сбить меня с толку. Ёпты! Зайди! Да неожиданно... Зайди! Нифиг ли так неожиданно вышло, слушай. Уходи давай от Селя. Она так неожиданно выпрыгнула, что я как-то... Приветствуем всех В. Нас приветствует старая школа Сихва. Мы обеспечиваем нашим выпускникам и выпускницам поступление в лучшие вузы страны и гарантируем им светлое будущее. Наша школа выиграла множество наград, оснащена современными технологиями и имеет в своем штате лучших учителей и богатую успешную историю. Никаких хулиганов, низких оценок или нежелательного давления. Старшая школа Сихва — ваше будущее. Ну, я бы поспорила насчет вот, хулиганов, давления и всего остального, в принципе, тоже. Ладно, нужно это как-то... Да-да-да. Да ёб ты! Да за... Ёб... Ага! Блокирует грыбать пучел! Ты умер!
Ага. А, ок. Офигеть. Офигеть. Не. Бутылка, блядь, воды. А как я должна понять, что она приближается по музыке? Ну это так-то нелегко. Я думаю, что я хочу все-таки пройтись по всей. Вот. Вот, вот сейчас я поняла, что она идет, потому что она заорала, началась вот эта вот злобная музыка. Ну, ладно, в принципе, плюс-минус можно обнаружить, но... Уходи давай. Ты чё? Так, еще раз, мы здесь. Нам надо сходить на первый этаж. Надо на первый этаж. Потому что я хочу пройти все комнаты, чтобы забрать все, что там у них есть. А ты не могла бы, пожалуйста, типа, уйти? Так. Давай. Выход заблокирован. Отлично. Что теперь? Не поддаются. Придется пробиваться. А, не получается. Двери неразрушаемые. Стоп. Каждую ночь школа запирает охрана. Между этим местом, главным зданием, есть кафетерий. Оттуда я могу попасть на порог охраны. Пожалуйста, пусть дверь в главное здание будет открыта. Это, конечно, все понятно. Не выходит. Соблюдайте тишину во время... все... Да, я не хочу это сейчас читать, потому что мне стрёмно. Выглядит так, будто кто-то со всей силы пнул эту стенку кровавленным ботинком. Заперто? Да тут у вас везде заперто, я смотрю. О, вот тут можно спрятаться. Отлично. На крышке книги написано имя ее владельца. Так, это того козла Менгида. Да он вообще читает эти книжки? Записочка еще одна. Ничего полезного. Чипсы. Сей. А ну пошли, залезем в этот. Шкаф, почитать записку. А вообще покажи. Короче, в каждый класс есть два входа. Правильно? Типа вот здесь вход и вот здесь вход. Я могу, в принципе, вот просто оббегать, если получается, вот так вот. Ну, ничего важного, ладно. Ответ мины. Так это ты издеваешься над моими друзьями? Да Хён мне все рассказала. Да с чего ты взял, что я пойду на свидание с таким неотесным болваном, как ты? Ни за что. Кто? Пак Мина. Или Мина, или Мина, я не знаю. Окей. Что у меня тут? Добавляет больше здоровья. У меня не хватает, наверное, сколько здоровья. Я не знаю, сколько у меня было сердечек. 4-5? Мне кажется, у меня было 5 сердечек. Ну ладно. Anyway, пошли. Так. Да, вот здесь мы зашли. Это следующий класс закрыт. Бросить камни с прикрепленными любовными анонимками – самое банальное проявление чувств. Данный прецедентом отныне занимается служба безопасности школы. Увидимся в тюрьме, юный Ромео. Что? Нам так-то нужно заканчивать. Некоторые из вас используют эту доску, чтобы признаваться в любви ученицам из класса 1С. Однако это доска объявления, не ваш личный дневник. Кто бы не оставлял эти комплименты, вот вам искренний совет. Признание анонимки выглядит еще хуже, когда выставляются у всех на виду. Хватит стесняться, будьте мужиками, ученики класса 1С. Я слышал, что в 1С учатся много миленьких девушек. Как я понимаю, нежелательное внимание от всяких ботаников-приколистов начало перерастать все границы. Это, ну, все как обычно. В принципе, да, дефолт, стандарт абсолютно. Внимание всем ученикам. В данный момент мужская уборная на первом этаже закрыта в связи с ремонтом, канализацией. До тех пор, пожалуйста, пользуйтесь уборной на втором этаже, уборщик. Найден записка. Окей. Спрячемся.
Мёнгиль любит Мину. Эй, Мина, помнишь меня? Это Кан Мёнгиль, ну, самый популярный парень в 1Б. Ты знаешь, наши классы как раз учатся рядом. Короче, ты мне всегда казалась клёвой ещё со средней школы. Может, пойдём на свидание? Скинь мне смс, если не против. Я нормальный пацан, не верь всяким. Особенно своей Дахён. О, боже мой. Что это такое? Ну, ладно. Монетка. Зачем мне монетка? А, ну, в принципе, деньги это хорошо. Страшно. Закрыто. Телевизор работает, но сигнала нет. Ну хотя бы электричество не выключили. Посмотрим. Согласно карте, если пойду прямо, то окажусь в кафетерии. Сразу за ним находится главное здание. Записка. Монетка. Не выходит, что-то блокирует путь. Охренеть. Опять мы спрятались. Медпункт. Школьная медсестра на горячая штучка. Я слышал, что ей за 20, и она впервые работает в школе. После ее появления количество внезапно заболевших учеников у медпункта повысилось вдвое. Черт, кажется, я и сам заболеваю. Автор – влюбленный ученик. Да, давайте я не буду комментировать, да? Спасибо. Нам надо сохраниться, я считаю. Максимально пока все очень странно. Но хотя бы часть хоррора меня радует. Вот что-то, так сказать. Окей, тут открыт кафетерий. А, я могу за деньги себе пафать. Сейф! Отлично, сейф. Это супер хорошо, потому что давайте тогда закончим на этом. Я полагаю. Да. Да, давайте на этом закончим. Пишите свое мнение по поводу игры, если вы смотрите ее первый раз. Если не первый раз, то, в принципе, тоже пишите только так, чтобы без спойлеров. Спасибо большое. Я думаю, мы продолжим. Да? По крайней мере, какое-то время пока что. Я не знаю, насколько она нам зайдет. Спасибо вам, Тинчата, за просмотр. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич. Также ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.